Оба-на отсюда! Капец, что творится! Это уже, по-моему, что-то здоровое. Добавить надо. Что это, трешка? Ребята, вы посмотрите! Это охренеть! Такой почувствовал такую потяжку первую. Давай еще, ты не тряси. Спокойно. Да, смешно. Ты че, это самая крупная, че у нас? Это, короче, по четвертому туда, я тебе говорю. Ребята. Федор рехнулся просто башкой. Да, такую я еще не видел. На, держи, я сниму тебя. Начинаем работать. Оп. Сегодня я тестирую новый спиннинг. Твичевый коротыш. Это Hakoi Rapid Max. Тестом 3.17. Трава. Трава там. Ну. Первый воблер. Так как тут мелководье у нас. Дуо Маап. 120 в кислоте. Продолжаю пробовать разные воблеры на новом спиннинге. Все-таки он не тяжелый, так скажем, класса средний. Проверим, как придет себя Норрис. Уедал новый МИД 110, версия СП. Потяжечная. Я попробую чуть левее кидануть. Проверить заодно. Да? Ну. Там на липу уже, значит, заряжать, да? Ну, больше нет, а где-то. Так, не хочет пока никто брать. Ну хоть рыбалка началась, что. Да, что-то есть. Ну, шнур такой. О! Так повело, как-то странно, я еще и не понял, что это такое. Ну, шнур такой, первый шнур. Ну, конечно, размер, как обычно. Так, хватит. Ну что, ребята. Первый шнур на 300 грамм сработал. Уедаум, Миноу Мит, СПшник. Отдай. Давай, братуха. С третьего заброса разловил. Смотри, у меня только поводок мне, блин, гад. Испортил. Ну такой размер что-то мне опять не. Я думаю. Капец, как он мог так поводок-то загнуть, ёкарный бабай. Такой мелкий был. Видишь, 130-я воблер. Ну что, спиннинг. Обрублен. Ладно, ребята, Норрис до дна не доныривает, попробуем донырнуть тадамакой фиолетовой. Говорят, что фиолетовый цвет щуке нравится. Что, Федор, скажешь по этому поводу? Любой цвет. Дела нет. Шикарно просто. Тут так до дна так он проскребал. Сразу занырнул. Надо по дну прямо так тут. Вот он, занырнул до дна. Фух. Там как бы у берега мелко, и потом так хоп, такой обрывчик как бы идет. Да, и насчет для самого глубина, да, я ближе к центру брошу. Может там где глубоко. О, что-то да. О, вот это уже, ух ты. Это уже монстр, готовь этот лип-грип, уматывай.
Не, я выкачиваю тихо. Думаю, с первого заброса прямо на центр. Что-то не дергается, может я бревно какой поймал. Или куст. Но он дергался. Такое ощущение, что какой-то куст. Нет, это не куст. Сука. Такая неплохая. Так, что, рот-то закрыт у нее? Да, так давай. Бери, бери сюда. Рукой. О, рот открыла. Сможешь попасть? Да я смогу. А, не, не этими. Лип-грип один. Да ладно, я сам. Давай, бери рукой ее. Бери, бери, не бойся. Ложи, 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 ложи. Что это, на двушку? Нет, где-то полтора штука. Капец, первого заброса. Эй, это дамаг у меня не сломай. Ё-моё. Капец. Фу, у меня адреналин хлещет. Да нет, ну да, полторашник. Да, блин, прямо ведь на центре мы. Ребята, ну вот первая полторашечка в сезоне. Тогда мака с самого дна, блин, взяла. Со второго. На дне. Ну, на дне, да, со второго заброса. Фу, не могу, у меня просто трясется все. Спиннинг я уже разговорил как следует теперь. Такая вот. Ну да, полторашка точно вещь. Кило 300-1,5. Сейчас, блин, как-то я не могу. Эмоции меня переполняют. Меня переполняют эмоции, Федор. Тогда мака. Что-то смотри, не дергается как-то, неактивная какая-то, что ли, блин? Наверное, я не знаю. А тогда мака смогла ее взять. Пиявок вроде нет. Так, отлично. Так. Ну что, ребята, вот первая полторашечка на тадамаку, на фиолетовую. Обзор увидели. Классно. Итак, обрабатываем. Место глубокое. И тадамакой. Федор пока решил перекусить. А я пока решил еще одну суку поймать. Ну, может, это, конечно, и лишняя, вот. Ну, посмотрим. Если удастся что поймать, потом я тоже покушаю. Что-то так. Мы пока сюда забирались, блин, 2 часа так заколебались. Сука какая-то, да, неактивная, не бойкая. Не бьется так, как тут вообще не достает одна мака должна. Тут капец глубоко. Надо что-то еще более гипово оставить. Заброса 3.17. Так, ладно, тогда мака не доныливает. Так что, ребятки, надо что-то более глубинное закидывать. Ну, тогда макич работал. Я очень счастлив. Давайте поработаем дальше. У тебя же есть супер липовое что-то, не? Нету? Да? Ну, 2.5. Интересно, дай-ка я поставлю другую тадамаку. То есть фиолетовая тадамака тут уже поездила достаточное количество времени. Теперь зелененькая тадамака. Она более видна, лучше. Смотрим. Зелененькая тадамака. Неплохо было бы на нее еще что-нибудь поймать бы. Ну, было бы круто, если бы на нее что-нибудь поймать. На зелененькую тадамаку. Надлюк попробуй. Да, 2.5 метра он точно бьет. И нифига не достает, да? Ладно, сейчас проверим Ганкрафта. Он, по-моему, под 3-шник заявлен. Тадамака 2 заявлено по паспорту, так скажем. Твой 2.5. На кейске вот тадамака на 2.5 точно идет. Твой получается под 3. У тебя шнур такой толстоватый, тоже 2.500 для того тебя идет. Ладно, все, сейчас Ганкрафта заряжу. Надо достать до дна. Задача такая. Так, покидаю туда в пляж. Как бы на мель. И смели буду втаскивать в яму. Так, Федор?
по фэншую, да, является. Да. Ганкрафт. Но он для этого, конечно, спиннинга здороват уже. Ну, играет как бы. Ну что, а, блин. Что, без проблем? Приднятый, все нормально. Какое дело, все хорошо. И спиннинги, и плетни. Ну, да. Так что можно так рекомендовать. Ганка глубоко, нет? Ну не доставай ганков там. Я пока. Он тяжеловат уже для этого спиннинга. А, что-то. Да. Что-то пожестче надо. Такой почувствовал такую потяжку первую, тук, и со второго раза она взяла. Вон она. Как-то странно идет-то, опять как-то мимо. Запись идет. Ребята, еще одна на Ганкрафт. Оба. Что она как-то где-то? Она завернулась, блин, это опасно. Капец, она умная, здоровая. Mm-hmm. Так что да, давай, работай. Выйди, не спеши. Ну все, нормально. Стой, погоди. Стой. Я так натяжку держу, чтобы она весь заворачивается. Mm-hmm. Шарит, блин. Зараза. Так. Вставляй, 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 защелкивай. Все, так, 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 давай. Все, взял, взял. Взял, взял, взял. Видишь? Сегодня копатка на твоей стороне. Сегодня гипы рулят, это что, двушник уже смелый. Угу. Капец. На. Ганкрафт сработал. Тихие воблеры гиповые рулят сегодня. Ребята, это уже даже больше. Капец она, здоровенная она. Ну да, в районе отдушника, так скажем. Ну что, Ганкрафт разловлен, сегодня гипы рулят. Я такую, знаешь, потяжечку так, оп, и паузу, и чувствую так, тунг, первый, мимо. И потом так, пуп, и так прижала. Да, хорошо. Да, ради таких щук сюда стоит плыть, ребята. Это уже такой смелый двушник, может даже 2200. Фух. Так, ребята, вторая щучка уже за двушник на Ганкрафт. РС 128. Ну-ка давай как японцы снимем. Давай еще, ты не тряси. Спокойно. Тебе смешно. Так. Короче, ребята, сукан поводок просто изогнула в хлам. Она так заворачивалась, как крокодил, знаете, когда цапнет жертву, и он крутится так. Угу. Вот штука так же крутилась, чтобы освободиться. Не знаю, может поменять, чтобы не рисковать. Хотя тут таких критических переломов-то нету. Ну вот, одна где-то полторашка, а вторая за двушник, где-то 2300, наверное. 2200. Да, ради таких штук стоит так плыть подальше. Ну, конечно, жесткая дорога сегодня была. Вся река обмелела, просто жесть. Ну что, два воблера гиповых, моих любимых, которые я на осени брал. Что, вроде, смотри, особой игры-то у него нет, как бревно, блин. Или что, как его? Ганкрафт. Они нормальные вещи делают. Она на паузе взяла-то. Ладно, покидаю его тогда еще чуть-чуть. Но спиннинг вообще отработал просто капитально. Вторая-то подсечка догнала. Фуш! Так. Вот туда вдоль берега попробую. Паузы. Паузу надо давать. Вот такая чик. И так слушаю, дал тут тунг-тунг. И потом хватит такая хватка. И я уже засек. То есть пауза нормально. Это хорошо. Давай работай ты чем этим? Липучем? Да, но он не достает.
рязанков не достает. Он медленно всплывающий. Может джиг какой попробовать. Но она может идет там полметра от дна, все равно этого достаточно. Шутки как бы так. Они со дна какие-то, знаешь? Капец! Ух ты! Напекало? Так, не, я не могу понять. Ну такая же. Тут походу стандартная за рушники. Ну не рушник, ну такая. Видишь, ганкрафт как работает. Ганкрафт, два заброса, две рыбы. Он такой и есть ганкрафт. Эти, уйдет, наверное. Федор, скорее. Сейчас отцепится. Что, все? Все, затащил. Капец, ганкрафт просто монстр, блин. Да. Вроде никакой игры нет, но просто... Я просто охреневаю. Ну, это такая... В районе всего 200. Капец. Я просто не знаю, что сказать. Ну, поклевки. Она вдарила так, что у меня спиннинг выбило из рук. Ты видел? Это было смешно очень. Выглядит. Я просто не ожидал, видишь. Капец. Ради одного места такого стоит сюда плыть. Засадила к реке она мне в эту... О, все. Я ее за поводок брал и концом поводка. Так, ребята, такая вот где-то. Ну, кило 200. Так пока, погоди, я тут закончу, так потом. В общем, кило 200 где-то. Ну, живот полный, как бы, кушает, сука. Ну, попроси его, как ты тогда просил, все. Это ведь приехали, я сразу попросил. Говорю, дай копаточка, пожалуйста, рыбки. И он так, как бы так, типа, на, Лёха, держи. Как бы так, о, отлично. Ну, ганков, я в шоке, просто два заброса, три рыбы. О, три заброса, две рыбы. Да, он такой и есть. Сложно доставать их отсюда даже руками. В общем, ребята, вот такая сука, ну, нормально. Так, ребята, сейчас проверим, короче, вот тут Фёдор простигал, чем ты стигал. Ну, это дамака. Это дамака. Ганков, короче. Три заброса, две штуки. Посмотрим. Не знаю, уж как-то я не могу поверить, но что в его уловистость вроде ни игры, ничего нет. Тем не менее ловит. Ну, он на паузе все набивал. Большая пауза. Так вот, хоп, и пауза. Все. И прямо так чувствовался спиннинг чувствительный, как она начинает его хавать. Так, ань. Смешно, блин. Первое касание чувствуется. Ну да, может быть, некуда больше никого. Капец, нахер. Ну? Да, спиннинг раздавил, так раздавил. Да, отрабатывает он запас еще. Я думаю, там восьмерку как нехрен делать, это работает. Ну, в самом деле нет никого, наверное. Вот такие вялые по тяжести и пауза такая. На паузе он по течению так уносится. Ну да, чувствуется игра, но вибрирует слабо. Это дамака, это, конечно, тот еще вибратор. Это было, блин. Или до дна там вернуть. Есть. Есть. Вот это. Вот как ганкрафт работает. Так, все у нас получается. 4 заброса, 3 штуки. Капец. Вот ударит. Я чувствую, как она жрать начинает. Представляешь, на паузе. Это уже что-то такое. Да, за двушку. Да, за двушку. Что, Федор, возьми. Да, это уже за двушку. Капец. Да. Да, это за двушку. Это уже да. Охренеть, ганкрафт. Что творит, смотри. Я по дну пошла.
все нормально. Да, это заглушник. Сейчас пусть погуляет на задний тройник. Ты же там все перекидал. Это просто жесть. Ребята, Ганков. Я говорю, Ганков там. Она сойдет, может, что, не видишь? Капец. Не, не сойдет. Она умная. Умная, умная. Умная. Сейчас он встанет. Надо так ее поводить. Так, теперь в эту сторону. Не спеши им. А на рывках обычно освобождается. Да, так поводи. А, сейчас она сойдет. Сойдет она. Все, она давай, принимай. А вот сейчас сойдет. Стой, погоди, может возьмешь за это за жабры. Стой, погоди, я подведу. Там как-то за руку возьмешь. Поводи ее, не торопись, пусть она встанет. Да, пусть она по дну. Вот, вот. Она дернуться хочет, видишь, я ее так специально, ну, стараюсь так, чтобы она под водой была. Ну, а ты как хотел? Хочешь ее достать? Ну, да. Умная. Она рот закрыла, видишь. Сейчас я подведу, если рот будет закрыт у нее, ты ее этим. Да я боюсь, как бы ганкров. Давай я тогда возьму. Нет. Стой, погоди. Эти дети свечку. Что-то там он вообще еле держится. На одном-то есть. Так, ну-ка, тихонечко. Так, а, жабры как-нибудь. Она рот закрыла. Нет. Так, вот сейчас сможешь лезть? Сейчас. Я так обозначил. Так что я так подожду. Вот это что, тройка, наверное? Да. Заглушку-то точно. Похоже, точно, типа в районе трешника. Это было очень захватывающе. Я весь... Короче, Ганков это просто, я не знаю. Я не могу слова подобрать. Как так можно, блин? Ты так стегал, я такой, типа, давайте проверим. Закинул. Есть. Смотри на одном. Не, нормально она бы не сошла. Ребята, короче, размер идет все больше и больше. Это, короче, в районе где-то 3200. Походу я побил свой рекорд новый. Mm-hmm. Так, и все, вот он, сегодняшний чемпион. Так, на данный момент пока что это было 4 заброса и 3 штуки просто подряд. Там, где Федор стегает, Ганков ловит. Я не ожидал, что он настолько уловится, вот в чем дело. Теперь-то все. Ребята, короче, не знаю, что сказать. Ганкрафт, 4 заброса, 3 штуки. Там, где ничего не ловит, он собирает просто по порядку. Новый рекорд мой, и мой, и сезона, где-то в районе 3200 штука. Вылаживали ее очень долго, блин, капец, потому что без подсечек, ребята, это адреналин. Все, поводок менять буду. Давай, сними так ее. А ты держи на месте, а я так буду водить. Ну и как там японцы делают? Смотрите, какая щука. В общем, капец, ребята. Так, ребята, что? Ганков сегодня уже... Сколько я со счета сбился? 5 забросов, 4 щуки или что ли. Ну, короче, один запрос только холостой, и на каждом собирают. Поводок превратился в хлам, поэтому я думаю, что надо поменять хоть и влом, но я ганкрафтом не намерен рисковать.
сейчас я отрежу его. Банкрофон такой, зря ты его недооценил. Я не знал. Ну, я как бы так не думал, просто не думал. Ну, вот этот поводок, все как бы свое отслужил. Не, можно, конечно, еще, но зачем? Да, лучше потратить там 3 минуты времени и поводок там за 10 рублей, чем потерять такой воблер шикарный. Ну все, как Вера начинает появляться. Сейчас она у меня, в этот воблер уже запредельная. Хотя до этого я, ребята, он реально не играет, ничего, никакой игры, ничего. И для этого спиннинга еще он такой тяжеловатый, кажется. Но может это все в купе и решает, такая вялая проводка получается. Вялая проводка. Так что вот я поставлю струну, это, по-моему, 30 сантиметров струна. Привяжу ее на узел Юни и продолжу свою рыбалку. Давай. У меня есть 108 ганков, я думаю, что Федору надо дать его. Чисто. Ты сам должен его обрыбить. Не, я пока хочу 128, я просто хочу проверить, сколько он еще может поймать. Ну, без подсечека такую вываживать. Очень... Без подсечека такую вываживать очень сложно. Так, вот узел Юни. Жук, затянули. Смочили. Что, нас к берегу прибыло? Или что? А что, достает ли вообще якорь-то? Да, конечно. Да? Что-то старчик какой-то был. Что, на рудру? Или как самое, как по-другому. Ну что, дно. Ну давай я доловлю тогда. Давай. Так, что? Федор решил взяться за ум и теперь работа от рудрой. Давно пора, в принципе. Ну проверим. У меня на каждом забросе клевало. Сейчас закину еще раз. Вот туда вот, давай закину. Я там прохожу, как ты говоришь. Вот там? Давай, теперь я ганков там пройду. Интересно, вот прям. Паузы? Ганкров там такой, он очень крутая вещь. Так, это у нас у ганков-то идет 6-й заброс, по-моему. Что нас принесло куда-то? Ничего. Нас относит. Это нехорошо для проводки, что-то было. Там есть. Так, я не затянул. Что-то мелко. А, нет. Крупно. Да, крупно. Я после той штуки. Что, снова что ли? Да. Что, как это так возможно? Потому что ганкер. Это что это такое-то, блин? Что ты. Что, лето застало, штука. Ребята, я не знаю, что сказать, короче. Сучи клюют на каждом забросе на ганках. Можешь так называть. Видишь, какая штука классная. Эх, ты же там рудой фигачил. Ну и что? На каждом забросе? Да. Четвертая штука. Ой, ты видел, как она подорвалась? Угу. Так же. Вот стандартная душечка. Ганков просто убийца. Пятая. Штуки. Не знаю, какой заброс, но на каждом. Один только холостой заброс был. Угу. Поснимать, поводить. Она это где-то в районе полторашки, может. Я не могу. Это просто жесть. Копатка тебе дает щук. Так я не знаю, если бы я ганков-то не поставил, он дал бы что-нибудь. Он же тебе не дает народу ничего. Не дает. Не дает мне ничего копатка. Сейчас она устанет, я ее достану. Такая щучка. Сейчас свечку хочет. Нет? Че, рот-то закрылся? Надо как-то работать. Капец, короче. Это что-то, это какое-то Эльдорадо, я просто не знаю, что сказать. Сейчас. Ну это понятно. Ну я вижу, что она. Эп. Ну хотя, наверное, сойдет сейчас. Не сойдет, там все тройники за нее зацепились. Интересно, подъемным краном Рапид выдержит? Че Рапид видео? Выдержит ли Рапид, когда подъемным.
Я хочу, чтобы она рот открыла, чтобы... Ну, сейчас. Надо вот прыгать. Ну, давай, попробую сам все сделать. Хотя, наверное, не получится, она рот так не открывает. Ну, ребята, где-то в районе двушки, кило 900-200 такая. Ну и просто чемпион сегодняшнего дня. Что, есть? Нет. Как воблер-то называется? Ганкрафт Рест. Я все, у меня клинит, все, я пока перекурю. Ганкрафт Рест 128. По-моему, 5 забросов, 6 штук. Ну, 6 забросов, 5 штук, короче, не знаю. Я такого не видел. Федор Рудрой все перестигал. Кидаю, с первого заброса клюет. Ничего. Магическая игра Ганкрафт. Магическая. Все. Так что, Федор, вот тебе воблер, который нужно обязательно иметь. Ну да. Лучше. Так. Ладно, ребята, короче, не знаю. Что хотел сказать-то? Кину сейчас еще раз. Если еще раз на него клюнет, вот прямо вот сейчас кидаю и клюет, то пока больше его не буду кидать, потому что это как на какое-то браконьерство смахивает. Браконьерская снасть Ганкрафт. Один заброс мимо. И 4 заброса принесли 4 штуки. Так. Это да. Это да. Ну и спиннинг, конечно, отрабатывает просто феноменально. Ну, я поставлю плавающую тонущую игру. Конечно. Минут. Паузу дал и все, ждешь. Когда так лыжу по течению унесет. Хоп. Сыграл опять паузу. Вон ты здесь, они вот тут в основном. Против этого места. Вон, смотри, видишь? Да, видишь? Я вижу. Что-то было. Что-то так тук, или это в дно так. Может и в дно. Тут, по-моему, яма уже заканчивается. Видишь, как ты еще тут насобирал. Ну, я надеюсь, может еще что-то будет. На, чисто так смелые 5 хвостов на воблер поймать. И тогда уже можно заявлять, что он крутой. Пока 5 не поймаешь, это как бы такая, да, такой, но... такой тестовый режим. Да, штуки закончились, очевидно. Я думаю, нифига. Ну, вон там дальше все. Дальше есть. Давайте сейчас 108 дам Ганкрафт. Попробуешь на него. Нет, я на орбит попробую. Все, холостой заброс, второй. Удивительно. Ну ладно еще. Да, ребята, Ганкрафт показал, почему он в Японии дороже всех воблеров стоит. Теперь я понял. Он всплывает, видишь. Ну что тут, если тут Ганкрафт не словил, значит, наверное, всего нет ничего. Можно чуть подальше плыть. Может, это какой-то выход был. Может, такое быть. Клевало ничего. Тебя не клевало, согласен. Значит, не выход. Ганкрафт, видишь, как? Сравнение такое. Да, да. Один выйдет. Ну так ты верно все заметил. Да, выход обычно на все клюет. Там не важно, какой воблер стоит. А тут тупо на Ганкрафт на каждом забросе. Последняя эта штука, когда клюнула, там такой провис, я подумал, что срезала. Она, видать, схватила и на меня поплыла. Я такой, типа, я вот так сделал, типа, хоп, ни хрена не чувствую воблер. Думаю, блин, что срезала, что ли? И потом так несколько потяжек сделал и, короче, догнала она. Ну, натянулась. А если нет? Там нет. Ладно, последний заброс и буду чай пить. Надо все. Ну, если на Ганкрафт не клюет, значит нет. И теперь мой такой вердикт. Посмотрим. Ну, блин, так спиннинг разговорить сразу сходу такими лучше рыбалки. Сошла! Не успел подсесть. Здоровая. Не успел подсесть. Догоняй. Срезала, что ли? Срезала? Нет. Фу, блин. Точно.
Перекрутился, она подбила ее. Да, мне она повисела, я не успел подсечь. Вон, смотри, в поводок удар такой. Угу. Такая тоже, короче, есть тут, значит, штука. Очень много, как ты казалось. Не, я как бы там ближе к этому, к пляжу бросил. Я не успел подсечься, такой удар, тук, и она повисла. Мне надо было подсекать, и у меня какой-то ступор, блин, я говорю, чай надо попить. Тут от Ганкрафта никогда не живут. Да. Я уже не смогу поймать, к сожалению. Да, была. 100%, я уже чувствую, что так село. Если бы я так подсек, я бы ее засек, и нормально все будет. Чисто на паузе всегда сидеть. Так вот. Вон-то дамаг, она тут. Смотри, сколько аккуратно. Капец, что так слюто? Зачем? Ну ладно, сейчас еще там поймаешь. Тут чисто на одном месте можно весь день рыбачить. И потом так уже. Блин, нормально. Присела-то хорошо. Такая, ну тоже отдушник там минимум. Тут, короче, минимум отдушник и сути водятся. Да есть они тут еще? Да есть что. Ладно. Все, последний заброс и вот туда, где она сошла. Там свальчик, наверное, какой-то должен быть. Видишь, тут надо было подсекать, как бы, а тут как-то вроде как неудобно. Буду в эту сторону подсекать. Ну такой мягкий, надо такую. Ну, для этого воблера он мягкий, надо такую амплитудную подсечку делать. Да. Сейчас вообще попробую паузу охрененную дать. Я думаю, самый главный цимус — это супер долгая пауза. Вот когда течение вымотает, шнур полностью. Есть! Есть! Самый главный стимус — это долго пауза. Оба-на, отсюда! Что там? Капец, что творится! Это уже, по-моему, что-то здоровое. Видел, какая пауза? Ну. Секунд, наверное, не знаю сколько, 8-10. Угу. И они не могут отказаться, так чуть-чуть надо сбавить. Угу. Это уже здоровое что-то сюда. Ну такое, блин, не достается вообще. Ну не торопись. Да, я не тороплюсь, что. Главное, чтобы за этот... О, да. Чуть убавить. Фрикциончик убавить. Чуть убавить надо. Что, это трёшка? Ребята, вы посмотрите. Это охренеть. Это трёшник уже, да, смелый. Жесть. Mm-hmm. Я такой сказал, самый главный стимус — это долгая пауза. Сижу, жду такой. И чувствую так, начинает натягивать. Это, блин, ребята. Да, и так поплавать. Да, смотри, какой у него шрам. Ты цапанул так. Не знаю, может еще более крупная щука. А так ее разворачивать, чтобы она заякать не запуталась. Да. Да, супер долгая пауза. Все. Но этот никуда не уйдет уже. Фу, я его просто устал. А, блин. А, один тройник отцепился. Так, что так? Давай, работай, как говорится, либрипчиком. Ну подожди, поводи ее еще. Да? Ну вот. Главное не торопиться. Ну согласен. Она еще будет несколько рыбков делать, будет. Вот типа таких. Да, круто было сказано. Самое главное, длинная пауза, очень длинная. Угу. О, открылась. Еще тройник освободился один. Вон, все, давай, сюда. Я ее подтаскиваю. Вон она рот открылась, за нижнюю челюсть тихонечко, давай, попробуй, так, осторожно, сейчас она уже задумала нехорошая, так, давай, тихонечко, так, есть, лёг, всё, пускай, держу. Трёшка. Да, блин, даже, по-моему, отпускай её. Иначе она расфигачит тут все. Не, нормально. Да, это трёшник смелый. Она такая толстая.
Я не знаю, что сейчас сказать, не могу. Вот видел, я сказал, супер долгая пауза, самое главное, и такой, такая подача. Это мой личный рекорд, не знаю, кило под 4. Огромная щука взяла на паузе на Ганкрафт, на длинной паузе. Это просто монстр, посмотрите. Я так вот, да. Короче, не знаю, блин, просто супер. Таких я еще не ловил. Так, ребята, Ганкрафт сегодня разрывает. У меня просто руки не перестают трястись на протяжении часа. Подача за подачей. Вот, длительная пауза, загоняешь на рабочую глубину и даешь паузу. Большую паузу. Паузу-то большую можно давать, когда уверен, что рыба есть. Тут я уверен, что она есть, поэтому я могу хоть 15 минут дать. Ну ладно, убийца щуки идет дальше. Вот я сейчас там как раз воронью провожу. Да? Ну. Давай посмотрим. Сейчас у тебя еще раз должна принять. Сейчас. Где-то 4-5 потяжек он заныривал от там, ну, глубоко уже в районе трешки. Ну вот, у меня, значит, она уже. Сейчас вот еще пауза. Вот. Все, теперь паузу даю. Большую паузу. Длинную паузу. Паузу даешь, пока шнур так не вымотаться. Еще разок. Даже Ганкрафт не достает. Так, ладно, еще разик туда кину. Вот туда вот. Жик. Капец, тут место, бля. Можно же всех этих штук просто с пляжа ловить. Ну да, если засыпешься. Ну, я имею в виду, что. Чтобы лодка-то все равно была. Если тут будешь с пляжа ловить, полюбаться, ты все равно на лодке. Ну да. Блин, большую паузу даешь, он всплывает, блин. Она так. Она на стыке ее. Так не, она несколько глубже его заглубить. Потом можно паузу давать. Есть этот, сейчас я пороюсь, то есть, что уж, Ганкрафт, ладно, как бы, доказал всю мощь. Да, Ганкрафт доказал всю мощь. Такое не крупное. Это странно дергается, блин. Иначе не крупное. Ну, по сравнению с последней, уже не крупное, да. Да. Капец. Ганкрафт. Что творит? Стандартно для этих мел, да? Ну да. Ну где? Чем мочить-то? Че, Федор, примешь, не? Нет, я пока. Так, я так. Есть? Короче. Че, крупная, не? Ну, такое же. Федор тоже тащит, ребята. Наконец-то разговорил. Не спеши, не спеши, фрикционно слайп. Не качай, а то крючки разогнутся. Не спеши. Фрикционно слайп, а слайп. Слайп, а слайп. Тут сейчас крючки разогнутся и все. Где-то на двушку. Типа это так плохо, да? А слайп, а слайп. Еще слайп, фрикцион. Разогнется. Тебе что-то покрупнее, не на двушку. Нет, о, нет. Заработал фрикцион? Ну, да. Все, не спеши. Я-то свою поднял, видишь. Сейчас твою посмотрю. Ну, у тебя там что-то... Я тебе говорю, тебе копатка даст такую, что ты охренешь. Небольшая. Не крути, не крути. Качай удочкой, качай. Вот так. Поднял, подмотал. Не спеши. Она у тебя, смотри, как сопротивляется. Так, где она здоровая, там трешник минимум. Что, больше трешника думаешь? Это жесть, да. Что, достал?
Здесь я взялся. Что там, вывел, не? Нет? Не спеши, пусть она. У тебя нормально что-то. Ослабь, ослабь сильнее. Пусть она гуляет, пусть. Что, круто? Давай, работай, работай. Ну что, поймал-то? Ну, не поймал. Что-то так долго, в круге реально что-то здорово. Нет? Что, я-то свою сразу достаю, ты-то что там? Ребята... Где? Да она уходит на дно. Давай, не, да не спеши, что, блин. Бойкая, что? Капец у тебя, блин, крокодил. Нет, это трешка. Нет, трешка. Меня зацепился тут. Короче, ребята, что творится, я просто не понимаю, что творится. Куда мы попали? Мы в раю, Федор. Так. Ну что? Рыбки. Классные рыбки. Ты че, это самая крупная, что у нас? Это, короче, по четвёрку, Фёдор, я тебе говорю. Пусть поводи, пусть она, не спеши. Сейчас я... Да не буквально едешь, ты это... Ты её под водой, девай, сейчас я свою освобожу. И займёмся твоей. Води пока под водой, не давай свечки делать. Понимаешь? У меня руки капец трясутся. Так, сейчас я её приму, не спеши. Не спеши, я говорю, какая трешка, ты что, это, блин, четвёра или пятёра даже. Так, сейчас, сейчас, пусть она погуляет. Погоди, так. Крупная самая. Самая крупная. Ты что, это пятёра, ё-моё, минимум. Так, давай тихонечко, я приму. Не спеши. Ребята, посмотрите, какая ореха. Давай, давай. Жесть. Это просто жесть, давай тихонечко сюда. Так, так, подводи, 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 подводи. Спокойно. Пусть погуляет, погуляет. Давай, 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 давай. Это пятерка или, если не шестерка даже. Ну, пятерка, да, да. Или четверка. Не, это больше моей-то, это, да, это. Спокойно, спокойно, давай, пусть погуляет. И главное, наверх ее не заводи. Ладно. Давай, разворачивай. Не давай дергать головой. Вот туда давай выкачивай ее, вот сюда, да, давай, давай, давай. Нормально все, не затягивай, пусть она погуляет лучше. Она выдохнется и мы ее примем. Такую суку надо долго гонять. Ладно. Такие монстры здесь, блин, водятся. Жесть, жесть. Ребята, это просто жесть. Так, давай. Тихонько. Сейчас она это башкой будет мотать. Давай, потяни, потяни. О, сейчас хочу. Давай, 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 давай. Давай. Че, четверка, а так это шестерка, ё-моё. Погоди. Ребята. Фёдор рехнулся просто башкой-то. Да, такую я еще не видел. На, держи, я сниму тебя. Держи, держи, крепко поддерживай. Я просто не видел таких щук еще в жизни никогда. Это, по-моему, кило 6, если не 7. Нет, и так. Да, нет, не так. Вот так вот, как бы так, а этой рукой так за низ. Вот, вот так вот, да. Так, поверни чуть-чуть, не бойся, она никуда не денется. Короче, ребята, ну, нет, да. Я вижу. Пятёра минимум. Блин, это просто жесть. Сейчас вешаем щуку, взяла на слово райзера, трипрайзера. От Имакацу. Так, сейчас взвешаем. Ну, это трофей стопроцентный. Да. Я думал, что в районе шестерки точно есть. Я со своими 3700 вообще как мальчик. Так, давай отпускай. Че, не отцепится? Давай, отпускай. Отпустил. Че там, пятерка, наверное? 5170. Ну вот. 5-100, короче. Ну да. Так, ребята, мы где-то минут 40 чаю попили, покушали, все обсудили. Потому что руки тряслись. У меня просто не переставая целый час тряслись руки.
Ну, а Федор зацепил своего трофея на 5100. Поздравляю, Федор. Так что чуть поработаем и, наверное, уже поплывем домой, потому что надо дать место отдохнуть, чтобы в следующий раз оно еще нас порадовало. Ну ладно, работаем. Я не знаю. Попробуй туда бросить, даже зачем они хотим где-то подкинуть. Согласен с тобой. Давай туда кину. До дна он достает. Значит, где-то основная яма потом. Вот туда кину. Капец, что течение так несет, воблер-то такой, как бы, шнур-то сильно выматываться. Смотри, там зачеты могут быть. Так он всплывает. Он всплывает. Он башкой всплывает. Нет, слишком быстро, блин, по течению он идет на меня. Индикатор, да. На меня идет этот самый, как его. Так, индикатор, шуки, Федор. Смотри, тут. Да я вижу. Я ее сейчас сюда. Эй, лодка. Я ее сюда выведу. С этой силы. У нас нету этого. Как его, кукана. Это индикатор штуки. С первого заброса. Да. Ребята, Ганков. Восьмая щука. За сегодня. Так, что, запись идет. Так, ну ладно, она такая не крупненькая. Можно взять, блин. Сейчас, погоди, она, видишь. Да. Это килошник или двушка? Да нет, это где-то кило 300, полторашник. Это самая мелкая здесь, вот полтора, короче, кило. Может, так ее возьмешь, что она рот закрыла. О, открыла, давай. Сейчас, да не спеши, сейчас она еще откроет раз. Открывай. Сейчас. Да мы отпустим тебя. Сейчас. Не хочешь открывать? О! Сейчас она как бы после бултыхания, она обычно рот открывает, потому что как бы так тяжело дышать. Сейчас. Ну давай, открывай уже. Open your mouth. Так, смотрите друг на друга. Так возьми ее под жабры, да и все. Давай. Да, и Ганков индикатор клево. Только что оттуда приплыли один заброс. Ну, Ганков индикатор. Да, индикатор все есть. Угу. Затрясся. Я только забросил. Да, о чем вы, ребята, делали без липгриппа, я просто не знаю. Не знаю, что бы мы делали. Ладно, Ямка, спасибо тебе, спасибо Копатке, который нас сегодня щедро одарил. Огромное спасибо Копатке. А Федор, скажи, ты уважаешь Копатку? Да. Ну-ка, это... скажи, насколько ты его уважаешь? Это самый великий бог. Рек и озер, он тебе сегодня пятерку дал, да? Ну да. Твой новый личный рекорд, у меня 3700. Да. Так что, все, мы оставляем это место отдыхать. Большое спасибо тебе.